Знаете, война – это не просто кровь и смерть. Как не печально об этом сказать. Вот войска идут или в одну сторону, либо в другую, либо наступают, либо отступают. Они в поле находятся. И днем, и ночью, и летом, и зимой, и в снег, и в дождь. И нет ситуации, при которой день закончился боевой, и все пошли по домам отдохнуть. Они там, на месте. Там живут, там погибают. Это такая ужасная, на самом деле, ситуация. Поэтому мне даже в голову не пришло, что нужно встать под зонт в самый момент, когда происходит возложение венка. Не сахарный, не растаяй.